Здравствуйте, с вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в обзоре набор инструмента профессионального Ультра 6003-132. Набор состоит из 108 предметов. Ультра — это премиум линейка профессионального инструмента от компании Sigma. Изготавливаются наборы в Тайване. Состоит набор из 108 предметов. Поставляется вот такой вот картонной упаковке красного цвета. Что указано на упаковке — это комплектация набора. 108 предметов, то есть комплектация данная стандартная, она встречается у всех производителей, и набор изготавливается в Тайване, это указывается также на упаковке. Набор профессиональный. В комплекте идут две трещотки, трещотка под квадрат 1,4 и трещотка под квадрат 1,2. Трещотки разборные, то есть можно обслужить внутри или заменить механизм, имеет реверс, быстрый сброс. Рукоятки здесь комбинированы. Черный цвет — это резина, красный — это пластик идет. Надпись «Ультра» на рукоятке, и на каждой единице инструмента в наборе также есть надпись «Ультра», «ЦРВ», «Хромванадиевая сталь» обозначение. Длина трещотки под квадрат 1,2 – 250 мм, и под квадрат 1,4 – длина трещотки 150 мм. Трещотки здесь идут на 62 зуба, то есть мелкий шаг. Прямые. То есть не изогнутая, а трещотка прямая. Хотелось бы отметить, удобные рукоятки на этих трещотках сделаны. Удобно лежит в руке. Далее, отверточная рукоятка. Длина 150 мм. Имеет присоединительный квадрат для трещотки. Данная рукоятка может применяться ли с головками под квадрат 1,4, то есть для труднодоступных мест, где невозможно достать трещоткой, или применяется с битами. Биты, которые впрессованы в головку. Вот. Вставляете нужную биту, которая в зависимости от работы вам нужна. Рукоятка здесь держателя из пластика полностью. Два кардана. Под 1/4 и под 1/2. Карданы скреплены металлическими вставками. Но сделано здесь очень все аккуратно и качественно. Поэтому плюс. Две свечные головки 16 и 21 мм. Они имеют внутрирезиновые вставки для того, чтобы свеча не выпадала при откручивании. Удлинители под квадрат 1,2. У нас два удлинителя. Идет 125 и 250 мм. И под квадрат 1,4 также идет. Сейчас под квадрат 1,4 у нас, да, два удлинителя также идет в комплекте. 75 и 50 мм. Удлинитель 250 мм. Под квадрат 1,2 также используется как Т-образный вороток. Вот благодаря такому переходнику одеваете. Получаем Т-образный вороток, с плавающей головкой еще называется. Этот переходник можно использовать для перехода с квадрата 3/8 на 1/2. То есть, если есть дополнительно у кого трещотка или вороток по 3/8, можете использовать головки из набора. Так, небольшой набор шестигранных ключей Г-образных. И теперь по головкам. В наборе шестигранный профиль. Головок коротких, общее количество 30 штук. 13 штук — это 1/4, и 17 штук — это 1/2. Самая маленькая головка у нас получается 4 мм, 6 граней под 1/4. И самая большая на 32 под квадрат 1,2. Надпись на головках 32 мм. ЦРВ — хромванадиевая сталь, материал изготовления, и Ультра — логотип Ультра наборов. Вес головки 32 мм, составляет 220 грамм. Цена такая увесистая. Теперь торкс. Головки торкс. Общее количество 13 штук. Самая маленькая — Е4 под квадрат 1,4 торкс. И самая большая головка — Е24 торкс. Верхняя крышка. Наборы бит, то есть
Это под квадрат 1,4, которые спрессованы в головку идут. И нижняя это под квадрат 1,2. Под квадрат 1,4 общее количество бит 18 штук. Есть торкс, шлицевые, шестигранные и крестообразные. Биты подписаны согласно ячеек, в которых они лежат и размеров. И биты под квадрат 1,2. Общее количество 17 штук. Они используются с переходником. Вот такой переходник. Вставляете биту нужную. Можете подсоединять или трещотку, или Т-образный вороток. Головки длинные 13 штук. Самая маленькая головка 6 мм, 6 граней. И самая большая у нас на 22. Под квадрат 1,2. Т-образный вороток. То есть под квадрат 1,2 я уже показывал вам Т-образный. Вот он. Еще есть Т-образный под квадрат 1,4. Длина его 11 см. По комплектации все визуально по качеству изготовления инструмента. Инструмент хорошо отполирован, нету никаких следов от литья или сколов. Имеет защитное покрытие матовое, полностью весь инструмент, матовое покрытие. В принципе, изготовление на высшем уровне, набор считается профессиональным, вернее, идет профессиональным. То есть данный набор профессиональный. Единственное, здесь сэкономили на кейсе, чтобы удешевить набор, сэкономили на кейсе. Кейс здесь цельнолитой, то есть без завис. Запирание на вот такие вот пластиковые защелки обычные. Что еще? Как держится инструмент в верхней крышке? То есть хорошо защелкивается. Попробуем закрыть. Только хорошо доводите до конца. Очень хорошо держится все внутри. Без вопросов. Теперь по габаритам кейса. Вес набора 7 кг. Ширина 37 см. Длина 26. Высота 8 см. Запирание на такие защелки. То есть это не замки, а обычные защелки. Пластик здесь средний, то есть продавливается пальцем, но хорошо пружинит. Ну и здесь вы видите наклейка такая ультра, насадки торцевые и биты, сделано в Тайване. Если вам нужен профессиональный набор за небольшую цену, присмотритесь к наборам ультра, хорошее качество и профессиональный инструмент. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. До свидания.